номер 24 заработал зал греко-римской борьбы. Здесь подобная секция открывается впервые. Ранее детям Фирсановки приходилось ездить в другие микрорайоны, чтобы заниматься этим видом спорта. Инициативу директора и родителей открыть секцию в школе поддержали 11 местных предпринимателей и членов движения общественной поддержки социально значимых инициатив. В числе неравнодушных жителей и постоянных партнеров школы лидер движения общественной поддержки Михаил Раев. Мы благодарим всех неравнодушных людей, которые нам помогли, потому что, конечно же, только благодаря их помощи вот эта инициатива смогла осуществиться. В первую очередь слова благодарности Раеву Михаилу Михайловичу, который не оставляет нашу школу без внимания. Благодаря активистам у фирсановских школьников теперь есть новый зал для тренировок. В специальном помещении школы обновили пол, заново отштукатурили стены и заменили электрооборудование. Для юных борцов уложили татами. У нас есть наша школа борьбы на Сходне. Ну, была одна из идей открыть именно здесь, чтобы детям было проще местным фирсановским добираться до спортивного зала. Вот общими усилиями все это было сделано. Я считаю, чем больше будем открывать спортивных залов, спортивных учреждений, тем больше будет возможность наших детей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Приступить к занятиям греко-римской борьбой в новом зале школьники смогут в сентябре с началом учебного года. Спортивная секция будет работать бесплатно.